В пятницу 19 июня прошла очередная 13-я сессия Десногорского городского совета. Депутаты приняли решение по ранее сделанным рекомендациям депутатских комиссий. Так, отчет главы Десногорска об итогах своей деятельности за прошлый год состоится на сессии депутатов 9 июля. А публичные слушания об исполнении бюджета Десногорска за 2019 год пройдут 3 июля в 16:00 в здании администрации в кабинете 325. На совместном заседании комиссии обсуждался дата и прием предложений граждан в письменном виде и на электронную почту. Обращения граждан по вопросу исполнения бюджета в письменном виде принимаются в 301 кабинете здания администрации 26, 29, 30 июня, а также 1 и 2 июля. Обращение можно отправить и по электронной почте, адрес которой вы видите на экране. Кроме этого, депутатами были приняты ряд других решений, в том числе передача медицинских комбинезонов медико-санитарной части города, купленных за счет средств областного бюджета. Поскольку они приобретены в муниципальную собственность, 320 штук, а медико-санитарная часть является федеральным учреждением, то передача с муниципальной собственности в федеральную собственность только по решению городского совета. Также было принято решение о предоставлении помещения Десногорскому хуторскому казачьему обществу «Хутор Десногорский». Помещение предоставлено на безвозмездной основе.